Арбитр, равняйсь. Отставить. Арбитр, равняйсь. Смирно. Привет, арбитр. Привет, привет. Еще раз привет, арбитр. Привет, привет. Итак, поздравляю вас всех. Сегодня 24 августа. День открытых дверей. Тебе повезло сегодня, у тебя двойной праздник. И в честь Константина поздравляем три раза. Три, четыре. Ну и, конечно, подарок и праздничный фейерверк. Три, четыре. Будешь открывать холодильник и сразу вспоминать про орбиту. Про самые вкусные оладушки. Кто согласен, тот аплодирует. Будь здоров, расти большой и радуй родителей. У нас сегодня есть еще именинница. Она из отряда спортсменов. Анастасия Бочарова. Она здесь? Настя, где Настеньки? Нету? На тренировке, но все равно давайте подарим ей аплодисменты. Пусть услышит. Приветствуем родителей и готовы начать нашу линейку. Я прошу отряды доложить о готовности. Восьмой отряд.
Спасибо. Ну что ж, теперь я думаю, что стоит в честь наших родителей очень яркий, красивый, праздничный фейерверк. 3-4. И это еще не все. Специально для родителей музыкальный сюрприз. Аплодируем все. Да, да, с прибежками. Результаты их труда вы сегодня смотрите.
Что-то я не дружу с микрофоном. Результаты их труда вы сегодня сможете увидеть и на выставке кружков, и в спортивном зале, и на туристической тропе, и в концертном зале. Добро пожаловать! Приятного вам дня! Итак, с 11:10 работают выставки кружков, всевозможные спортивные мероприятия, туристическая тропа, веселые старты в спортивном зале. Ровно в 11:45 начнется концерт в актовом зале. Мы вас ждем, мы верим, что вы будете аплодировать вот так громко! Ну и, конечно, напоминаем о том, что мы очень рады гостям, но говорят, гость хорош два раза, когда приходит и когда уходит! Поэтому ровно в 14:00 у нас начинается тихий час, поэтому просим всех ровно в 14:00 помахать нам на прощание и поехать домой. Договорились? Договорились. Ну что ж, хорошего дня, хорошего настроения и, может быть, появится солнышко. Спасибо, до встречи в актовом зале.